Привет. У меня ручка царапана. Жопа не цели, не войти, жопа полная жопа. Любите Руби Вубова. Это не я, это Ярослав. Алексей, сотри тут. Нет. Фигню с лица. А куда моя бабочка подевалась? Кто ее спиздил? Я оторвала. Ты чудесная бабочка. Так, дозорный север, дозорный север, дозорный юг. О, господи. Хорошая компания. У нас появился лысый Хайзенберг. У нас это, да-да-да. Они там тоже в таких же костюмчиках ходили. Так, мы с вами. Нет, я была в рот исключен. Сериал, конечно. Так, Маня стоит с Кирюхой. Пешком. Я там дверь мне закрыл, Алексей. Я блужусь. Блин, я все время дверь закрываю об этот стол. Когда ты заходишь. Ну видишь, как хорошо. Кстати, Лёха сейчас закрыл твою машину. Нормально, чё. У меня Маня когда садится, я стартую и дверь так об стол закрываю резко. Всем кажется, что этот мужик повесился. Да, это тоже. Это ужасно. Да, и уходи на ту полосу. Пытаюсь. Какой мужик? Да на рекламном плакате тут висит вечно. Ну, типа упавший рабочий. Мертвый рабочий. Да успокойся. Хороший рабочий. Мертвый рабочий, да. Уже доехали почти. Здесь где-то есть, кстати, с дороги резкий дырка, короче, вниз. Что делать надо будет, расскажите? Да не помню я. На все пучком. А, перестрелка сейчас будет, точно. Мы, нам надо будет дефать. Кого? А склад. Скром надо не влезать, все. Я зачем-то вышла. Да, ты сядь обратно. Я выпала. Ошиблась кнопкой. Сейчас. Дай-ка я на склад заеду и через склад мы попробуем туда пробраться. Да ёпт. У меня говорит Кирюша, хорошо. Так, ебитесь. Нормально он будет, отстань. Let's go, у него. Надеюсь, что у них гранатомета нет. Ну вот мы типа дефаем вот этот выступ. А мы это... Мной? Спасибо, дорогой. Выходи оттуда быстрее. Зачем? Ходи? Ну, не знаю. Еду. Ты уверен, что ага. Там просто машина с пулеметом есть, я бы еще сюда подогнал и долбил бы их отсюда. А почему к нам никто не едет? Сейчас будет. Все у нас. Все будет и у нас. Так, постой здесь. Вон, едут маршрут, тебе уже едут. Улики-лики. Ты за машиной только прячешься. Хорошо прячешься. Я не умею хорошо прятаться. Ой, я кого-то прибила. Ой, мать, моя женщина. Ой. Ползу. Корму. Да, давай жги. Да что ты застрял у меня?
Лёх, 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 Лёх. Я вижу. Вот, Машуль, что я тебе хотел предложить. Ау. Ваня, едут две машины. Точнее, грузовик. Блин. И байк. Машуль, можешь сесть за руль и мне чуть-чуть назад? Обойди только с другой стороны. Да не в куру. Только с другой стороны обойди. Какой? Вот с этой? Да, там по лестнице пройдись. А что сделать? Машину назад отгони, то она мне, видишь, раскорячилась. Вижу. От отдачи. Хотя ладно, пофиг. В каждой машине нужно по одному водителю. Она не садится. Со мной Тревор столько едет. Дыхайте. Дыхайте не трудно. Лёх, давай едь. Чёрт, откройте, я не могу. Чё не можешь открыть? Да домофон. В нас Машуль сзади прям за спиной. Ай, Ванька погиб. Ребят, у меня, кстати, как вариант, когда мы дойдем до этой части, можно попробовать свернуть вообще нахрен с дороги. Можно будет. Да. Согласен. После вертолетов уходим сразу. Так, броник, да. Если вон Машуль, если что, рядом с тобой аптечка. Хотя нам, у нас вроде все фулк. Да, только не торопись. Да, там далеко от нас не уезжает. Ой, не, я на второй буду ехать. Да, даже, даже. Давай, пошел. Она разгоняется, меня пытался, видите, что ли? Нет, толкать не буду, Андрюша, подальше. Сколько вертолетов? 4-5? Ну, по-моему, около 5. Ну как с карты пропадут, как и это? Да, не разгоняйся, я не вижу. Здравствуйте. Так, последняя. Всё. Окей. Ну куда уходите? В какую? Да, идем, идем, пока. Тут, вот, как это в прошлый раз съехал джип. С этой горки. А ну, вот он и съехал. Ай-яй-яй. Так. Все, можно здесь собрать пакеты. Так, Машуль зеленый. Ой, колбасит, мать мне женщина. Конечно, скорость, блин, падает моментально, черт подери. Время. А у нас еще и время, кстати, да. Так, прямо зеленый. Думаю, что может оказаться, что это не вариант. Господи. А мы по разным дорогам едем. Да, все нормально, они по встречке не поедут со мной, я думаю. Ясно. А, так, тут отбойник у меня начинается. Ладно, я с ним. Но мы и тебя видим, если что. Угу. Лёх, ты видишь ту точку? Сейчас справа. Так, машина. Вот, прям перед нами. Да, давайте, короче. А, нет, они даже по встречке едут. Ага. О, боже. Костяк. Опа! Ох, хорошо, я въехал. Так, вы разъезжаетесь. Там перед Лёшей. Перед Лёшей кто-то был. Все. Поехали. Это там один. Я не знаю, кто из них кто, поэтому. Лёша по другой дороге идет, а Ваня за нами. Прямо байкер. Ваня уже слева перед вами. Да. Чёрт, побери. Чёрт, побери. Йорд, подери. О, бог ты мой. О, ляка-ляка. Прямо. На байкеров не отвлекайтесь. Машину долби.
О, боже мой. Блин, какие байкеры, Юрки, охренеть. Так я говорю, на байкеров не отвлекай. Да не под колесом бросаются. Да и хер ты с ними. Бля. Ну, конечно, изи. Да, я, меня придавило. Стоять! Стоять! Подожди, беги. Если я остановлюсь, я вылечу. Ой, не могу. Бегом. 2 километра осталось. Бегом. Стреляй. Сейчас поворот направо. Направо? А, ну, короче, тут будет поворот. Есть. Так, позади целая куча. Сзади. О, господи, господи, ляка-ляка. Да что? Он мне нравится кричать. Он море не смотрел. Блин, хотел уже портануть. Пристраиваются слева. Блин, этим фуритм. У меня аж третий плот уже сошел. Да ёптать, Машуль, ты его напугала. Так, я походу туда поехал, да? Ну, а не знаю. Ваня, ага. Нет, прямо не надо, было. Я по рельсам еду вообще-то, что. Отстали, нет? Хотя. Ну кого провожать-то? Тот, кто по дороге едет? Да тот, куда? Кто уже доехал, уже все. Я уже доехал. Ваня, вертай взад. Вертаю взад, все. По рельсам он там ездит. Ну, откуда же снова? Ну уж никого не будет. Ты уверен? Ну сколько у вас осталось? 338, нормально. Не, их больше не будет. Трактор горит. Алёх, поджог. Не, нет, это я с рефлексов тут. Их херачу. Лекки-лекки. Все, что вижу. Лекки-лекки. А и это все? О да, боже, это этот грёбаный миссия. Маяк, я его ненавижу, черт, мы тут прыгали. Да-да-да. Все? Это все? Боже, да мы ту миссию сколько раз зафейлили, я-то думала, будет что-то вообще прям пипец-пипец. Нам в той миссии не хватало вот этого вот грузовичка нашего. Да вообще. Позорище какое-то. Прошлая миссия. Сейчас вы увидите истерику. Какие-то мусорные мешки трусили. Мы всех от Чики пугили. Особенно вот тетя Маня. Он нам деньги в мешке дал, мусорну. А там бабла нет. Кто там по 170 тысяч нарыло? О, господи, боже, я видел уже этот застав. Hey, my brother. Yo, it's Phil. It's good to meet you finally. Hey, Trevor, ain't it? So we're gonna do this, or we're gonna have a circle? Боже, какой текст. Whatever you want. Damn. Got the drugs? Yeah, if you came for what you ordered. Yeah. Can I see? Can I see the money? Are you selling me cocaine, Dave Phillips? Why do you keep saying that? And how is it that you know my name? Fucking narc! You are under arrest for trespassing. Get away! For fuck's sake! Asshole!
О, мы тоже так прыгали. Да, только на машинах. Это ужасно. И тоже с копами. Да-да-да-да-да. А я так на машине в лодку прыгал. Ужасно. Самое главное, одного с собой взял с метом. То, что он второго сломал. Этого запусти. О, Маша платина, да хорош. Ой, мне какую-то ачивку дали. У меня платина, я сегодня прямо это. Я звезда. В кубе просто. А может и в квадрате. О, бонус за первый раз дали. Йо-хо! 26 тысяч, ничего себе, нормально. Нормально так. Столько же, сколько Лёша, это. Лёша, ещё раз про ИП-шь все деньги, я тебя укокошу. Пошёл и купил Зенторна. Ну ещё 700, ещё 500 тысяч надо. Да он пошёл на хрен всякую тратит. А сколько она стоит? 750. 750. Не, мне тоже не хватает. Всё, следующий месяц завтра, короче, народ. Не, я субботу-воскресенье работаю. Да? Угу. Ну, понедельник тогда. Бедный Тревор, бля. Жить.